Так, друзья мои, всем привет! Сейчас я сделал небольшой отчет о проделанной работе по устройству пола, а именно стяжки. В общем, закончили мы этот процесс работы на данном объекте. Делали стяжку, устанавливали маяки, делали железновку. Все эти этапы работы, естественно, будут у меня на канале. Я выложу, расскажу, опишу все, как это происходило. Но на данный момент я просто делаю отчет о проделанной работе. Итак, стяжку мы делали с помощью керамзита, смешивая его с ЦПС. Или по ЦС, кто как, кому как удобнее, кто как привык это все понимать. В общем, первоначально, естественно, мы установили маяки. Потом по этим маякам мы с помощью правила выравнивали нашу плоскость. Ну и после того, как наше основание затвердело, мы сделали железновку. Железновка нам нужна была для того, чтобы усилить наше основание, чтобы оно было прочным, надежным, ну и чтобы никакие воздействия, внешние факторы, воздействующие на основание, не повредили нашу поверхность. В общем, вот такой вот этап работы завершен. Затрачено на материал у нас было приблизительно где-то 55 тысяч рублей на площадь 139 квадратных метров. А и следующий этап у нас уже будет, это возведение гипсокартонных перегородок. Также это все будет на канале выкладываться постепенно, все этапы возможно. Возможно, все это будет одним роликом. И еще замечу то, что школа обучения, она продолжает работать. И все, кто хочет, желает получить какое-то знание по поводу возведения гипсокартонных перегородок, секреты, лайфхаки. И как это делать проще, как это делать надежнее. Гипсокартонное возведение перегородок у нас будет шумоизоляцией с усиленным каркасом. Также мы будем применять ОСБ-панели для того, чтобы усилить конструкцию с одной стороны. Ну, для того, чтобы можно было впоследствии в будущем крепить к стене что-нибудь в виде полочек, телевизоров, ну и тому подобной принадлежности. Ну, в общем, как-то так. Этап стяжка закончен. И следующий этап у нас уже гипсокартонные перегородки. Поэтому следите за выходом новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик для того, чтобы не пропустить выходы новых видео. Также все это будет у меня еще укладываться в Инстаграме, ВКонтакте. Ну и во всех аккаунтах, которые у меня также написаны ниже в описании под этим видео. На этом все, пока. До новых встреч на канале Перестройка 116. Всем пока, всем добра.